Всем привет, с вами Дамир, и сегодня мы будем делать аптечку, точнее. Куда бы ее установить? В этой медицинской аптечке будут, например, предохранители, так, резинки, не знаю, ну, отвертка, наверное. Ну, хотя бы вот эти вот три вещи. Наверное, все буду ложить вот в этот мешок. Так, наверное, вот резинки. Четыре предохранителя. И отвертка. И теперь это я, наверное, вот сюда вот закручу как-нибудь. Ну, вот так вот и будет. Вот все это и все и обновление. Thank you.
Thank you.